разных, как девицы красавицы. Румянец перед зеркалом веет, румянец перед. Нет, выйди. Покажи, давай, выйди. Покажи. Как они белятся, румянятся. Из-под ручки женишков я высматриваю. Да, высматриваю. Ну что, приглядет тебе кого-то? Берешь? Бери, давай. Отдай. Ладно. А нет, покажи, как бабы на оброк шли, и только это самое, только все у них болело там. А в школу как ребята тоже ходят? Школа разве так? Нет, не так. А как? А так и школа идут обратно, только пятки чиркают. Перепутал мне. Вот. А как соседские ребятишки за горохом забираются? Где сухо, там брюхом. Вот. А где вогренько, так там на коленочках. Ну вот у нас такой Мишка. А в старой деревне все медведи в кроссовках ходят. А? В старой деревне все медведи в кроссовках ходят. Да, у нас такие матерновые. Интересно, кого ты там медведь-то спрятал, а? Уже в баньку прятал медведи. Не баньку, а кого? Кто там медведь? Ну-ка, гадай. Малань. Малань. Так в кроссовках кто же это был? Может, Петька? Мишка, ну, пока. Ну-ка, бабоньки, думайте, кого привели? Может, Петьку привели? Или Митьку? Как вы думаете, кто это? Пригласим сюда город Клайпеду.